Ну, друзья, привет. Мы начнем через две... Нет, это я ничего не говорю пока что. Мы начнем через примерно минута и 51 секунда, когда, может быть, еще люди подобрутся, подберутся, правда? Вот. А пока что наслаждаемся жизнью. Давайте начнем. Привет, меня зовут Боря Долин, для тех, кто меня не знает. И я в своей жизни делаю разные вещи, но, в принципе, все в одном ключе. Это именно говорить с людьми про еврейские темы, еврейскую вселенную. Не всегда с еврейскими людьми, но в большинстве случаев на еврейские темы. И на протяжении последних примерно 8-9 недель мы на самом деле здесь общались про разные различные приключения еврейского народа, еврейского прошлого. А сейчас у нас начинается праздник Шавуот. Очень-очень скоро. И в праздник Шавуот принято среди всего остального читать один из свитков Танах. Пауза, скобки. Что такое Танах? Танах — аббревиатура на иврите. Тора, Невиим, Ктувим. Вместе это на самом деле центральное собрание еврейской библиотеки. Тора, Ктува, эти книжья, первые 5 еврейских сочинений. От слова Левуот, указывать путь, Тора. Потом Невиим, пророки, еще собрание книг, немножко пророчества, немножко история, немножко красивое стихотворение, а потом Ктувим, еще одно, переводится как писание, еще одно собрание книг, еще немножко пророчеств, истории, красивых стихотворений. В любом случае, где-то в Танахе прячется свиток, который называется свиток Рут. На русском языке он почему-то звучит как свиток Руф, но Рут. И он рассказывает примерно следующую историю. Когда-то давным-давным-давным-давным-давным-давным, 3000 лет назад с небольшой копейкой, в городе Бейт-Лехем в Иудее живет семья. Мама, папа и 2 сына. Город Бейт-Лехем в Иудее, это на самом деле здесь у меня за окном. И чуть позже, ближе к концу нашей беседы, я вам даже его покажу. В Иудее голод. И вся эта семья идет на другую сторону Мертвого моря. В страну, которая называется Моав. Где голода нет, там идут дожди, текут реки, урожаи поднимаются, все хорошо и потрясающе. Оба сына находят там себе жены. И живет все это расширенное семейство хорошо и весело. Пока вдруг все мужчины в этой истории не умирают. И остается мать Наоми и ее 2 невестки, если это правильно по-русски. Спасибо, что то невестки. И Наоми решает, что пора домой, потому что уже много лет она сидит где-то в другой стране, уже соскучилась, потому что в Иудее уже голод закончился, и она возвращается в Бейт-Лехем. И на самом деле возвращается обратно с очень тяжелыми ощущениями. Она потеряла всю свою семью, понятно, будущее непонятно какое, все сложно. Она идет, и за ней идут 2 ее невестки, Оруфа и Рут. И где-то на границе между Моав и Иудеей, примерно, наверное, возле города Иерихо, Наоми останавливается и поворачивается к этим девочкам. Говорит им: я вас, конечно, очень люблю, и спасибо за то, что вот вы идете за мной, но на самом деле не нужно, нас уже ничего не связывает. Если когда-то были вот мои сыновья, и мы были семьей, то нет уже сыновей, и, ну нет, и
давайте, может, вы вернетесь домой, так, наверное, будет лучше. И все это в слезах, и все это в драме, все это в эмоциях, все это очень сложно. И они обе говорят, нет, что, мы идем с тобой. И она говорит им, да, но у меня нет больше сыновей, чтобы они из вас вышли, звездочка. На Древнем Востоке и у нас тоже было принято, что если скончался человек, муж какой-то женщины, то принято, что его брат берет ее в жены. Почему? Сегодня в 2020 году, как бы, о, ужас, что за а? Но на Древнем Востоке механизм выживания и социальной поддержки, иначе вообще все плохо-плохо. Здесь она кормит и защитят и так далее, и дети приписаны к семье, все как бы окей. Но нет больше сыновей, кончились. И она говорит им, даже если вдруг свершится чудо, и я вот сегодня вечером выйду замуж за какого-то человека, и прям в эту ночь забеременею, и родятся мальчики, сами понимаете, пока они вырастут и так далее. Короче, девочки, нет больше связи между нами. Пожалуйста, разворачивайтесь, давайте идите домой. И Офа, одна из невесток, говорит, ну ладно, ты на самом деле права. И все это опять в эмоциях и в слезах разворачивается и уходит. А вторая, которая зовут Рут, говорит что-то другое. Она говорит Наоми следующую вещь. Я скажу на иврите, немножко потом по-русски. «Эль ашер тельхи элех, вебе ашер талени алин». То, куда ты пойдешь, я пойду тоже. И то, где ты будешь ночевать, я тоже буду ночевать. «Амех ами велухай хилуай». Твой Бог, твой народ, мой народ. Твой Бог, мой Бог. «Бе ашер тамут и амут вешам и кавир». И там, где ты скончаешься, я тоже скончаюсь, и там я буду похоронена. «Кой асе адунай ли бхосиф». Так сделай Всевышний мне и так даже добавить на это, потому что смерть разделит между мной и тобой. И они идут дальше вместе. А потом происходит целая история, когда они возвращаются в Бетлехем, но об этом в конце нашей беседы. Вот эта вот ситуация, когда стоят три женщины, одна разворачивается и уходит, а вторая продолжает с Наоми вверх на гору Бетлехем, считается первым, хотя на самом деле в реальной жизни не совсем так, примером чего-то, что называется гию, и неким таким классическим прототипом. Рут идет с Наоми вместе и становится частью еврейского... если словить человека на улице, ты идешь себе на улице, и ты ловишь какого-нибудь человека. У меня тут нет человека, подготовленного заранее, но есть... ты идешь по улице, и ты словил человека, и говоришь ему, скажи мне, что такое гию. То очень часто ответ будет звучать двумя словами принятия иудаизма. И, ну, конечно, это совершенно неправильно. Там-там-там. Гию не равно принятие иудаизма. Потому что, когда ты говоришь принятие иудаизма, ты имеешь в виду принятие другой религии. Я был христианином и стал мусульманином, и наоборот, я был мусульманином и стал христианином. Раньше я общался с Богом так, сейчас я буду общаться с Богом так. Раньше я размахивал правой рукой, сейчас буду размахивать левой рукой и так далее. Это не так. Это совсем не то. Гео — это совершенно другая вещь. Это гораздо больше, это гораздо глубже, чем просто поменять одну религию на другую. Это что-то совсем другое. Как минимум, потому что то, что мы, коллектив, который является евреями, это не религия. И поэтому стать частью этого коллектива не равно принять религию. У нас другой фильм. Там-там-там. И сейчас мы немножко нырнем в теорию вот этого другого фильма, а через вот эту вот главу теории я вам расскажу несколько историй о гиюре, людей, которые прошли гиюр, и они как-то меня особенно зацепили. Они, их истории и так далее. Иудаизм не религия, сказал я. Если я говорю по-русски слово «религия», что вы себе представляете? Честно, я думаю, большинство из нас — церкви, колокола, кресты. В слове «религия», в том, что мы определяем как религия, даже если мы где-то в сознании понимаем, что не все является христианством, тот механизм, который крутится у нас в сознании, это на самом деле механизм христианства. И мы пытаемся одеть его на другие общества. У этих есть такая религия, у этих такая религия, такая религия. Но на самом деле то, что наше подсознание говорит, вот они идут в такую церковь, они идут в такую церковь, они идут в другую церковь. У этих церковь христианская, у этих церковь языческая. Что-то типа этого. Механизм, который наш мозг называет религией, это некое понятие того, что Бог от тебя хочет, и как ты должен правильно жить в этом мире, чтобы Богу было хорошо, и чтобы твоей душе дальше было хорошо тоже. Религия в нашем понятии — это общечеловеческая вещь. Христианство и ислам тоже представляют себя абсолютной правдой. Это правильно для всего человечества. И если я сейчас вышел на крестовый поход и перехожу через материки для того, чтобы прийти к тебе и заставить тебя силой принять свое христианство, я на самом деле делаю тебе благо, я спасаю твою душу. Ты не хочешь этого делать, ты погибнешь от моего меча? Ну, упс, извини.
следующий, наверное, спасется, его душа будет спасена и так далее, и так далее. У нас тоже есть. У нас тоже есть определенное понятие, что такое Бог и почему и откуда. У нас тоже есть своя совокупность обрядов и ритуалов, которые куда-то вот туда крутятся. Но это только частица еврейской вселенной и определение того, что мы, кто мы, почему мы, куда мы. А если вы меня уже немножко знаете, больше, чем полторы минуты, и когда-то меня слышали, вы знаете, что у меня главное слово в жизни — это слово «время». И поэтому следующие 5 минут будут чем-то, что кто-то из вас уже слышал 64 раза, может, уже сам рассказывать. Но все равно важно сказать, чтобы все углы как бы связать, и не все слышали. Поэтому получайте. Есть умный дедушка, которого зовут Катша Тохина. Правильно, Авраам Инфельд его зовут. И Авраам Инфельд, он человек, который очень пожилой, очень умный, ходит по миру и говорит, что такое еврей. Извините опять, если вы это слышали 6000 раз. Но он говорит, что еврейский коллектив — это совсем как стол. Скажем, это стол, который стоит на 5 ногах. 5 центральных принципов, вокруг которых крутится то, чем являемся мы. 5 принципов, но опять многие из вас уже наизусть на здоровье, но все равно. Первый из них — память. У евреев нет истории, у нас есть память. Все, что происходило вчера и с тобой. И все, что происходило, все еще живо с тобой сегодня, влияет на твою сегодняшнюю жизнь. На уровне заповеди. Обязано каждое поколение видеть себя, как будто оно вышло из Египта. Ты вышел из Египта. Мы с тобой вместе, когда ходили через Синайскую пустыню. Один из моментов памяти — это то, что ты иногда помнишь даже вещи, которые никогда не происходили. Так что в скобках, может быть, мы никогда не ходили по пустыне вместе. В физической реальности. Но то, что мы помним, вот этот вот проход, делает его настоящим. Первая ножка — памяти. Вторая ножка, вокруг которой крутится еврейский коллектив — семья. Мы связаны между собой.
что вообще происходит. О, Саня, здорово. Подождите буквально минуту, Боря сейчас подключится, у него проблемы с электричеством оказались, вот, сейчас он подключится. Ань, тебя вообще не узнать. Звук, Боря. Ань. Ты потом зайдешь в телегу, у меня к тебе пара вопросов есть по консульству.
Шатохина, с какого момента вы меня не слышали? С момента, как я появился? Это очень печально. Боря, мы тебя не слышим, а ты такой... В любом случае, опять, тогда опять извините, у нас в деревне исчезло электричество, и я бегал по лестнице вверх-вниз в истерике с криком «Электричество исчезло!» и пытался набрать вас на телефоне, а вы не набирались. Вот, я надеюсь, что сейчас оно все уравновесилось, и вот, все, привет, вот начинаем опять. Первая ножка, первый принцип еврейской цивилизации, если вы помните, память. Вторая семья. Мы несем вместе вот эту вот огромную-огромную память, и где-то достаточно назад связаны друг с другом биологически, начинаются общие бабушки и дедушки. Третья ножка, про которую говорит Инфри, третий принцип еврейской цивилизации, он называет это Синайская гора. И он имеет в виду связь с божеством цивилизации и со Вселенной, которую оно представляет. Другое слово — космология. Откуда появился мир, и как он выглядит, и как он работает? Откуда появился человек? Откуда появилось твое персональное племя? И сейчас на тебе куча законов, как жить в этой реальности, в этой Вселенной, чтобы все продолжало текать. Четвертый принцип у Уинфельда — он говорит язык. Иврит, на котором и только на котором ты можешь передать центральные сущности и нюансы еврейской цивилизации. Есть вещи, которые просто не перейдут на другие языки, даже если сам перевод точный, но смысл теряется. Есть определенная глубина в словах, в буквах, в корнях, в том, как оно все построено и крутится, не работает, перевод невозможен. И последний принцип, про который говорит Инфилд, это Израиль как земля, Израиль как государство. Если человек ощущает особую связь с этой землей, с этим кусочком планеты, или с политической структурой, которую мы здесь воссоздали после 2000 лет изгнания, ну, Инфиль говорит, что ты можешь считать себя частью еврейского коллектива, если у тебя есть, а ты сам решаешь, что значит есть, нет, свой уровень ассоциации, как он работает, если у тебя есть три из этих пяти ножек. Почему? Потому что больше, чем половина, понятно, и потому что в таком случае любой другой такой же в мире, которого ты встретишь, у вас будет как минимум одна общая ножка, и вокруг этой общей ножки будет создана связь. Инфиль очень много и долго... Точнее, я очень много слышал, как Инфильд рассказывал. Если вы его когда-то видели и слышали, он очень выразительно рассказывает. Вот так он рассказывает. В настоящей жизни только. При этом громко и руками размахивает, и по-английски часто. И на определенном этапе я понял, что я полностью купил то, что он продает. И да, однозначно, пять принципов, вокруг этого крутится моя цивилизация, все ясно, ты, Инфильд, молодец. А потом мой мозг сказал, что мы на самом деле не одни такие. Что в мире есть полным-полно цивилизаций, которые идентичны к нам. Не наполнением, наполнение, понятно, у каждого уникальное, но самими вот этими пятью принципами. Куча таких же групп людей живут на планете Земля. А сейчас я вам кое-что покажу. И мы поговорим про Гию в ключе того, что я вам сейчас покажу. Там-т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 ам. Скажем, вот эти замечательные люди вот здесь. Правда, замечательные? Правда, замечательно. Шатохина, ты их видишь? Ты хочешь к ним присоединиться? Вот эти вот ребята, которых мы видим, живут на одном из островов Тихого океана, где-то в Полинезии. Похоже немножко на маори Новой Зеландии, но не маори, не Новая Зеландия. Племя, которое живет со своими пятью ножками. Они идентичны, они несут свою племенную память. Они семья, и потому что несут вместе племенную память, и потому что где-то начинаются общие предки. У них есть свое объяснение Вселенной, что это, откуда это, куда это и почему это. И законы, которые из этого объяснения выходят. У них есть свой язык, только на этом языке ты можешь объяснить и понять их цивилизацию, и в нее внедриться. У них есть особая связь с этим кусочком планеты, где вот они сейчас находятся. Для них это не просто джунгли, озеро и гора. Это наполнено определенным смыслом. И памятью, и священностью, что такое вот. И все это вместе, все эти пять ножек, вся эта вот вещь, это гораздо больше, чем религия. Это племя, и все, что оно с собой несет. Гию равно присоединиться вот к ним. Ты приходишь к племени, и ты говоришь: «Привет, люди, я хочу стать одним из вас». Может быть, ты пришел вообще со стороны, никогда никакой связи не было, но ты услышал и проникся. Вот сейчас я показал вам эту картинку, может, кто-то сейчас где-нибудь в Саратове из вас такой вот сказал: «О, блин, они крутые, я хочу быть одним из них». И следующее, что вы делаете в жизни, это бросить все, сесть на самолет и полететь к ним. Может быть, кто-то проникся издалека без связи вообще. А может быть, кто-то связан. Может быть, у кого-то мама или папа, или дедушка, или бабушка из них.
и человек решил, что именно вот к этим своим корням он хочет сейчас фокусироваться. Приходит к ним и говорит, люди, привет, я хочу стать частью племени, я хочу, чтобы вы приняли меня, я стал одним из вас. А сейчас представьте себе, если ты приходишь к ним, и ты говоришь, привет, я хочу принять вашу религию. То есть все, в принципе, то же самое, только когда все идут в церковь или в мечеть, или в синагогу, я иду к какому-то идолу, который вырезал в дереве у себя во дворе, где-то там между хрущевками такой, и буду поклоняться ему или что-то такое. Это просто нерелевантно. Это одна из частей их жизни. Если ты скажешь, привет, люди, я хочу принять вашу религию, они тебя просто не поймут. Они тебя поймут, если ты скажешь, привет, я хочу присоединиться к вашему племени. Или, например, к ним. Секунду, увидите вот этих замечательных людей. Ты появляешься у них в их африканской саванне и говоришь, привет, дорогие люди, я хочу стать частью вас. И они тебе скажут сначала, первое, что они тебе скажут, будет что? Правильно? Зачем? Что? Оставь. Но ты же только что приехал из какого-то совершенно другого места, из какого-то другого космоса, из другой цивилизации. У тебя есть свои принципы жизни, у тебя есть свои установки, у тебя есть свои законы, у тебя есть своя логика. Зачем? Ты видишь, что у нас совершенно другой фильм. Оставь, не нужно тебе. А еще у нас сложная история. А еще у нас больное, наверное, прошлое. У нас есть куча тем, которыми мы живем. У нас есть свои 5 ножек. Вот пойми, сколько всего мы помним. Пойми, как мы ощущаем друг друга, как семья. Пойми нашу вселенную, законы, которые в ней существуют. Наш язык, он же особенный. Вот этот кусочек земли, где мы живем, он особенный для нас. Оставь, человек, всего этого слишком много. Ну, оставь, серьезно, не нужно тебе. Живи своей жизнью. Мы, конечно, очень ценим, что тебе захотелось, но зачем? Потому что, сами понимаете, процесс присоединения из точки, где вот мы сейчас сидим и общаемся, к ним, чтобы быть частью их стопроцентной, это, наверное, вещь, которая не просто так. И, наверное, берет какое-то время, и, наверное, берет какую-то намеренность, настрой. И поэтому они себе скажут, ну, извини. А ты скажешь, ну, я же вообще хочу, серьезно, я не играться пришел, я по-настоящему. Или потому что я действительно вот издалека проникся вами, вашей культурой, цивилизацией, и просто не могу себе представить жизнь без вас. Или потому что моя бабушка была такой же, или, точнее, мой дедушка был таким же. И когда-то вот стоял 4-м на этой фотографии. А потом жизнь так повернулась, что он куда-то там уехал, переехал. Вот я появился. Но я хочу обратно к вам, к людям своего дедушки. Возьмите меня, пожалуйста. И тогда они скажут тебе, окей, знаешь что? Нет проблем, посиди с нами. Давай поживи. Мы постепенно тебя там что-то научим, чему-нибудь научим, что-то там покажем. Ты пока что практикуйся, но показывай нам обратно, что тебе по-настоящему важно. И через год или два, или что-то типа этого, если мы увидим тебя, и ты в порядке, мы понимаем, что ты серьезно пришел, а не играешься, а ты действительно все еще хочешь и настроен быть частью нас, то на здоровье мы сделаем, наверное, какую-то церемонию, произойдет какой-то ритуал, какой-то обряд, и в конце этого обряда ты станешь одним из нас. Даже если ты выглядишь по-другому, даже если твой изначальный язык, он другой язык, твоя цивилизация, она другая цивилизация, но через вот этот процесс, через вот этот символичный обряд ты станешь нами. Ты примешь цивилизационную память вот этой цивилизации. То есть в нашем конкретном случае, даже если ты сейчас приземлился из Кореи, ты ходил со мной вместе по Синайской пустыне, когда-то давным-давно. Ты станешь частью семьи. Ты примешь наш космос, ты заговоришь на нашем языке и поймешь все его тонкости, и ты тоже будешь ощущать особую связь с этим клочком земли, который, смотря со стороны, просто рандомная пустыня где-то там в Северной Монголии. Но для вот этих вот людей это что-то гораздо больше и глубже, чем рандомная пустыня в Северной Монголии. И тогда, пройдя вот такой вот процесс, ты на самом деле прошел что-то, что называется гию. Гию, гер, человек, который прошел гию. Слово лагу. Лагу — человек, который живет, проживающий. Но имеется в виду опять, что ты становишься интегральной частью племени, как будто ты всегда там был. Наглядный пример, который мы с вами, наверное, большинство из нас видели, может, даже не раз, это вещь, которая в 2009 году появилась в кинотеатре, называлась «Аватар». И уже очень долгий слух, что скоро выйдет следующий, второй, но он как-то отказывается выходить, может быть, когда-то скоро. Где весь сюжет фильма — это про то, как бегает главный герой на другой планете синих существ
И на самом деле приходит все то, о чем я вам сейчас наговорил. Видит их племенную память и учится ей. Понимает их семейные связи, они становятся ему близки. Видит их вселенную со всем, что она включает, включая их племенное божество и как оно работает. Научится говорить на их языке, ощущает особое ощущение к их дереву, и где-то там на две трети фильма присоединяется к племени и становится частью их, несмотря на то, что не то, что пришел со стороны, но пришел из другой планеты, из другого космоса. И это то, что называется гил. Это на самом деле огромная ответственность. Техника, как она работает, политика гиюва, какие есть, кому идти и так далее, честно, не знаю. Не ко мне вопрос. Целый большой мир организаций, движений. Есть разные ворота присоединения к племени, но они воспринимаются племенем по-разному, и государством по-разному, и разными течениями по-разному. И это, как обычно, у нас в нашей семье одна большая человеческая каша, мы все очень любим спорить. У меня есть несколько хороших друзей, которые существуют в этой сфере. Если вас персонально интересует, то с радостью я вам спрошу все контакты и можете задавать конкретные вопросы. Как, куда пойти, сколько времени, как оно работает, если я пришел гиву здесь, примут ли меня такие или не такие, или как? Но это потом. А пока что я хочу вам рассказать несколько историй, как я вам уже сказал, о людях и или группах людей, которые пришли гиву и стали частью племени, совсем как будто они всегда были в этом племени. Так что держите сильно. Следующие несколько людей. Так что вот. И первого из них, который я хочу вам показать, и эту историю я слышал от его же уст, я его знаю, знаком с ним, встречались когда-то. Это вот этот вот замечательный человек, который держит большой страшный нож. Его зовут Надав Яир. Надав — это слово надив, надивут, щедрость. Яир будет светить. Увидите его. Или же здесь опять тоже он. Там. Только несколько лет до этой фотографии. Тот, который справа. Следующая история звучит, как будто я только что посмотрел фильм 80-х. Такой, где все взрывается, и все стреляют, и есть какие-то совершенно нереальные погони и драки. И сейчас я его пересказываю. Но... правда, основана на реальных событиях. Это реальные события, и это настоящий живой человек. И звучит вся эта история примерно следующим образом. В 50-е годы Соединенные Штаты получили свой 50-й штат, а именно Гавайи, Гавайские острова, где-то там посреди Тихого океана. Сегодня Гавайи, ну, если мы о них когда-то думаем, гостиницы, пляжи, все зелено, такой вот курорт и рай. Но на самом деле, если немножко покопаться в их истории, они американцев никогда не звали. Они оккупированы Соединенными Штатами Америки, которые просто свергли легитимную власть. Они были независимым королевством, признанным миром. 1893 год приходит американская армия, скидывает их королеву. Ей привет, мы принесли вам демократию, свободу и так далее. И не все на Гавайских островах, не все оригинальные жители довольны вот этой вот американской властью, американским режимом. Вообще нет. Многие на самом деле мечтают о дне, когда американцы исчезнут. И Гавайи восстановят свою монархию и станут опять независимыми. Надав Яир родился совершенно другим именем, которое я не могу произнести. Очень много слогов. На одном из Гавайских островов. В очень традиционной семье. И здесь пауза и скобки. На этом острове, может быть, на других тоже, но он рассказывал про свой, на этом острове они традиционно, то есть столетиями, изучали войну. Что это значит? Это значит, что когда ребенку исполнялось 5 лет, он начинал курс выживания в джунглях, который постепенно превращался в курс такой или другой борьбы и другого оружия. И в конечном итоге от 5 до 21 человек становился свирепейшим воином, воином из джунглей. Так оно работало всегда, так оно продолжало работать, даже когда уже пришли американцы. Так оно работало для него тоже. В его племени, которое выращивало вот таких вот воинов, был комитет, сидели старейшины племени и готовили воинов не только потому, что они всегда так делали, но готовили и для того дня, когда они поднимут свое восстание против Америки и самоосвободятся от Соединенных Штатов. Ждали. А пока что копили оружие, делали себе связи, зарабатывали деньги. Как зарабатывали деньги? Они... войны из джунглей, они умеют примерно все, и ты вообще не услышишь, когда они к тебе подходят. Они продавали свои способности. То есть были некими наемниками, которых нанимали государства, организации или люди в мире, чтобы делать всякие ужасные вещи другим людям.
И на этом они зарабатывали очень хорошо. Надав Яир рос вот в этой вот системе жизни. Его персональный дедушка был одним из старейшин племени, то есть такой вот генерал племени. Это значит, что он получал особенное внимание, не в плане блага, наоборот. От него ожидали стать особенно профессиональным, свирепым воином и так далее. Когда ему было 15 лет, племя послало его во Вьетнам. Не только его, он был частью небольшой группы их воинов, послали его в Вьетнам, чтобы тренировать местных фермеров. В скобках непонятно, в южной или в северной. То есть непонятно, на какой стороне Вьетнамской войны он не рассказывает про это. То, что он да, рассказывает, он пока что малой, ему 15 лет. Они в деревне тренируют местных. И тут пришли враги. Большая, сильная, настоящая армия. И опять непонятно, с какой стороны вообще. Мужчины вот этой деревни вместе с воинами из Гавайи спрятались в лесу, надеясь, что сделают обыск у них в деревне, и все. Но то, что произошло на самом деле, это не обыск, это тотальное уничтожение жителей деревни. Пока мужчины прячутся в лесу, солдаты проходили по хижинам, просто убивали женщин, детей, стариков, которые там остались. А они из джунглей все это видят. А потом следующие несколько месяцев, он рассказывает, это просто одна большая кровная месть. Когда вот эта вот группка воинов из Гавайи плюс местные фермеры идут активно уничтожать воинов вот этой армии с другой стороны. То ли северо-вьетнамская, то ли южно-вьетнамская и американская вместе с ней. Непонятно опять. Когда он возвращается домой, он не совсем в себе. Мальчик расшатанный. Для него это было слишком. И следующие 6 лет своей подготовки, пока ему 21 год, он не заканчивает курс, на него обращают, ну, на него смотрят, потому что видно, что он какой-то не совсем в своей оси. И ему нужно особенно стараться, особенно быть целенастроенным, чтобы старейшины ничего не увидели, чтобы его там не подвинулись процессы и так далее. И закончил, ему 21 год, он становится одним из воинов племени. И это значит, что уже не один раз так вот на попробовать и посмотреть, а как жизнь его периодически посылает в разные точки земного шара, чтобы, как я уже сказал, делать ужасные вещи другим людям. А он умеет. Приходит лет так 5 или 6. И его посылают в Японию. Почему в Японию? Потому что другой воин его племени, его персональный друг, с которым он вырос, начал работать на якузу в Японии, на японскую мафию, и преподавать им то, чему их учили на их острове, где-то там в Гавайях, на Гавайях. Это не окей. Старейшины захотели, чтобы он прекратил, Надава послали его уговорить. Он сидит с ним где-то там в Токио и пытается убедить его: чувак, давай, хватит, возвращайся со мной. Старейшины недовольны, но он не послушал. Надав возвращается, говорит, не послушал. Старейшины говорят, убрать. И Надав возвращается в Токио вместе с еще несколькими людьми своего же племени, чтобы убрать. Дом где-то в пригородах Токио, стражники Якузы, ну совсем как мы представляем из всяких фильмов. А вот эти вот несколько гавайян перелезают через все заборы, лезут на стены, залезают в окна, убирают. Когда он возвращается обратно на свой остров, он никакой, ему прям плохо. И он, наверное, себя ведет как-то не очень уравномеренно, может быть, говорит какие-то не очень приемлемые вещи, и в конечном итоге старейшины племени или кто-то там решает, что, может быть, стоит его тоже прекратить, физически просто прекратить. Раз в году все воины племени возвращаются в свои джунгли и делают некий, не знаю, как правильно сказать по-русски, ну, не то что проход, выживание. 48 часов их посылают делать определенную тропу в джунглях, где всякие преграды, всякие ужасы ужасные, нужно выйти с другой стороны. Для них несложно. Мы бы с вами не выжили первого часа, но для них несложно. Они выходят с другой стороны. Он знает, что на этот раз на него как бы обратили особенное внимание, и как бы кто-то там готовится сделать так, чтобы он не вышел. А он выходит. А потом решает, что все, жизнь как бы закончилась. Серьезно, я так больше не могу, оно все не мое. Схожу здесь с ума, вообще хватит. Едет на своей машине где-то там по шоссе на Гавайях, перед ним поворот, и он решает, что он этот поворот не заканчивает. То есть не сворачивает, а прям с машиной прямо в океан. Последнюю секунду затормозил. Не знает, как жить дальше. Через несколько дней встречает израильтян где-то на пляже. Разговорились. Израильтяне рассказывают ему, что, оказывается, Израиль и евреи — это настоящее место и настоящие люди. Это не какая-то там сказка, которую они в церкви где-то кому-то когда-то рассказал. По-настоящему существуют. И рассказывают ему, как здесь живут. Это 70-е годы. Израиль во многом еще очень идейный, более идейный, чем сегодня. Во многом.
Или как минимум в то, как мы о себе говорим. И иногда вы проникся, прям проникся. Особенно, когда он слышал, что есть такая вещь, как кибуц, вообще потрясающая. И он решает, что ему прям интересно. Приземляется в Израиль, кибуц Тират Цви, это такой на северо-востоке, религиозный кибуц, и начинает проходить гиюр в кибуце. А в Тират Цви есть такая вот вещь, там есть вот прям гиюр в кибуце. И через какое-то время вот этот вот воин с Гавайских островов, который сделал все, что я вам про него уже наговорил, проходит через процесс, проходит через ритуал, и получает еврейское имя Надав Яир, и становится частью другого племени, с другими пятиножками, или точнее, с другим наполнением. И какое-то время ищет, что делать здесь в Израиле, и решает, что ему принципиально важно пойти в армию. И при этом не просто в армию, он Оле Хадаш, новый репатриант, ему уже 27-28 лет, то есть уже в возрасте, только что прошел ГИУ, он может и не особенно служить, если вообще. На самом деле он должен спорить с армией, чтобы его взяли. Он спорит с армией, чтобы его взяли, идет в десантники. Но очень быстро происходят две вещи. Первое — это то, что он сходит с ума от курса молодого бойца, где их гоняют кругами туда-сюда и заставляют, не знаю, там, фляжками звенеть, а он — воин из джунглей Гавайских островов. Ну, как бы, серьезно, дети, что за чушь? И он идет и становится инструктором крав-мага, инструктором боевых искусств. Попадает в пехотную бригаду Гулани, где в один из дней пехотинцы тренируются. Они как будто атакуют определенный дом. И в этом определенном доме стоит Надав Яир, которому сказали, ты стой здесь и будь врагом. Твоя роль — увидеть, как они приближаются, и пострелять по ним немножко, они типа крадутся. Надав Яир стоит там, в этом доме. Рядом с ним один из командиров бригады. И Надав Яир просто всех вот этих вот голландчиков, которые снизу ползают в кустах, всех заметил, всех увидел, всех теоретически уничтожил, а он, в принципе, от него ожидалось тихо сидеть и теоретически погибнуть в этом доме. А он оказался молодцом, прям молодцом. И еще несколько раз показал, что он умеет. От него в Гулане все в шоке. И отсюда туда он становится инструктором пехотной бригады Гулани, одна из элитных частей израильской армии, по всему, что связано с тем, как ты себя в поле ведешь, как ты двигаешься, как ты выглядишь, и все, что связано с рукопашным боем. Как ты один на один, или один на два, или один на восемь, или один на 25, он всякое может, убираешь врагов. Отсюда туда армия увидела, что он такой вот, и сделали его главным в армии обороны Израиля по всем вот этим вот темам. И он тренировал все наикрутейшие израильские спецназы. Потом закончилась его армия, а наикрутейшие израильские и спецназы продолжали приходить сами к нему домой, где он уже полностью как бы, ну, добровольно, как гражданский, гонял их по горам и лесам и делал из них символично гавайских воинов из одного из их островов. Когда-то я с ним тоже встречался, когда-то он рассказал мне всю эту историю. Ты видишь человека, он ростом метр с небольшим, такой вот вообще небольшой, то, как он двигается, ты понимаешь, что все правда. Ну, реально все правда. Так нормальные люди не ходят. И вместе с собой он принес целую коробочку своего снаряжения. И традиционные всякие их виды оружия. Все не помню, что там лежало. Помню челюсть акулы. Челюсть акулы. И во многом то, как израильская армия сегодня живет, работает и так далее, это заслуга вот его. И всякие вещи, которые сегодня, которым сегодня учат израильских всяких зелененьких солдатиков, на самом деле это столетняя традиция какого-то далекого острова где-то там на Гавайи. И Надав Яир, несмотря на то, что его жизнь началась вообще не здесь и вообще не отсюда, на сегодняшний день, кстати, в скобках, живет где-то в пещере в Самарии сегодня. Человек ушел опять на природу, построил себе хижину, сказал, так я родился, так я буду жить. У него 6 детей сегодня, если что. Здесь, еврейские дети совершенно. Становится частью уже этого племени и становится иуди. Один из моментов этого — это то, что к нему подключается уже здешняя племенная память. И когда он говорит об исходе из Египта и так далее, он говорит, мы вышли из Египта, мы шли туда, мы шли сюда, царь Давид наш царь, бла-бла-бла, и так далее, и так далее. И это история номер один. Если вы немножко в шоке, правильно будьте. Что за вещь вообще? Где такие вещи существуют? А оказывается, что существуют. Такое. Слух говорил здесь долгие годы, что иногда племя его все еще зовет. И условия того, что ему вообще позволили сидеть здесь с нами и учить нас, это, во-первых, то, что он объяснил все этим же языком. То есть, привет, я там нашел другое племя, они хорошие на самом деле, и я хочу их тоже научить, они как мы. И его старейшины сказали, ну ладно, если так, то давайте.
А второе условие — это то, что когда нужно, его зовут, и он все еще делает всякие страшные вещи в мире, а потом возвращается. Не знаю. История номер два, как некий противовес, она на самом деле известна и гораздо будет короче, чем предыдущая, потому что... но она выглядит примерно вот так. Она выглядит. Это кто? Что-то плохо, я вижу, как ты двигаешься там. Иванка Трамп. Что это Иванка Трамп? Иванка Трамп. Дочь сегодняшнего американского президента, которая некоторое время назад, лет 12 примерно, прошла ГИО в Нью-Йорке. Прошла ГИО в Нью-Йорке во многом потому, что она встретила шикарного для нее мальчика, которого зовут Джеральд, и прямо он ей кушнил, и прямо вот полюбила его большой настоящей любовью и захотела создать с ним семью. А он сказал ей: «Иванка, ты, конечно, молодец, и Трамп в том числе, что тоже, наверное, преимущество, но, извини, у меня тут за спиной 4000 лет цивилизации примерно, и 5 ножек Инфельда, и так далее, память, все дела. Поэтому, ну, я тебя люблю, конечно, очень, но давай приходи ко мне в племя, если ты хочешь создать семью». Что она сказала: «Слушай, твое племя звучит интересно, я на самом деле о нем уже много чего слышала, давай попробуем». И она проходит ГИУ, при этом прям с такой вот непростой ГИУ она проходит, прям отдалась. И сегодня ведут еврейский традиционный образ жизни. И она дочь президента Соединенных Штатов Америки. Несколько лет назад они все у нас здесь в гостях с официальным визитом. И есть вот это, или точнее вот эти знаменитые фотографии, когда Иванка Трамп стоит возле стены плача в Иерусалиме. По-моему, если я не ошибаюсь, еврейское имя, которое она себе взяла, это имя Яэль. Очень красивое и очень из здешней природы. Яэль — это горный козлик. В то время, когда они здесь были, появились эти фотографии, у нас, как всегда, было сложно. У нас часто бывает сложно. У нас все время сложно, на самом деле. Иран, Сирия, все дела, бла-бла-бла. И у нас в израильском фейсбуке ходила фотография, то ли это, то ли одна из этой же серии, но вот она возле стены плача, и снизу была цитата из свитка Эстер. «Киле это зор, я там могу». Потому что для этой минуты, для этого времени ты пришла к царству. То есть не просто так ты здесь, а потому что у тебя есть какая-то роль. И Всевышний тебя поставил на это особенное место для того, чтобы ты спасла еврейский народ. Совсем как Эстер 2500 лет назад. Помните, нет истории из памяти? Вот такое. Иванка Трамп выглядит и живет по-другому, чем Надав Яир. Она не воин из джунглей, где-то на Гавайских островах. Нет. По-другому. Вся ее жизнь совершенно другая. Но она прошла ровно тот же процесс, который закончился ровно той же церемонией. И присоединилась ровно к тому же племени. И сейчас Иванка Трамп, Яир, Надав Яир из джунглей Гавайев. И мы здесь, мы часть того же племени. Совсем как будто вместе ходили по пустыне кучу времени. Почему? Потому что вместе ходили по пустыне кучу времени. История номер три, которая тоже взорвала мне немножко мозг. Кто-то из вас знает человека, которого зовут Реувен Гринберг. Реувен Гринберг или Рувик Гринберг, он очень хороший, он работает в Массе не только. Может быть, вы его на Таглите встречали, он иногда приходит и нигуны играет. Такой большой немножко мальчик, очень добрый, очень хороший, делает очень хороших вещей. Круто. Он не единственный Реувен Гринберг. Есть еще Реувен Гринберг. Встречайте еще Реувен Гринберг. Еще Реувен Гринберг выглядит вот так вот. Видите фамилию, например, на этом самом Гринберг, видите? Реувен Гринберг. Какое-то количество лет назад евреи из Украины эмигрируют в Штаты, совсем как многие евреи из Украины, из царской России, на самом деле, которые едут в Северную Америку в конце 19-го и начало 20-го века. Приземляется и живет в Техасе, на юге. Техас, сами представляете себе, ковбои, лошади, огромные брели, специальный акцент, каждый в ковбойской шляпе, иначе из дома не выходить, пистолет на кобуре, супер акцент, и очень твердые понятия обо всем в жизни примерно, вот такое. И вот этот вот украинский еврей, царско-российский еврей, имя которого я не знаю, полюбил девочку, которая чернокожая девочка. У них не было свадьбы, потому что по американским законам того времени, относительно начала 20 века, они не могли жениться в Техасе. Но вообще вокруг женились.
У них есть сын, у которого есть сын, и вот это он, венгрин, дедушка еврей. Это не просто еврей, это еврейский еврей, такой по-настоящему еврей. Хотя сейчас я сказал неправильную вещь, по-настоящему еврей, но не только такое по-настоящему, но меня поняли. Овен Гринберг в 60-е где-то годы идет учиться в колледж Беркли в Калифорнии, возле Сан-Франциско. А Беркли — это самый такой либеральный колледж из всех, все еще сегодня. Особенно в 60-е. Тогда у них война во Вьетнаме, движение протеста против войны, хиппи ходят по Америке, и, в принципе, из Беркли все эти хиппи выходят. И он тоже крутится там в Беркли, становится такой же хиппи, как все остальные. И он не еврей для себя. Кто он, не совсем понятно, не уверен, что он себя как-то называет или определяет, но живет своей жизнью. А потом получается такая вещь. Движение протеста, я сказал, и он активно в него вливается, очень активно тусуется со всякими другими такими же либеральными молодыми американцами. И он обращает внимание, что очень многие из них, они на самом деле евреи, совсем как дедушка. И в нем пробуждается некое такое вот, это интересно. Я этих людей как бы вижу, они мне близки как-то по-особенному. Многие встречи вот этого движения, протеста и так далее происходят в синагогах в Сан-Франциско и вокруг. И вот он в синагоге каждую неделю, так получилось, просто они там встречаются. И он смотрит по сторонам, видит помещение, как оно выглядит, видит надписи на иврите, и все это ему близко. И он дедушку вспоминает и говорит, вау, слушай, на самом деле это как бы тоже мое. Вау, круто. Он видит, как иногда появляются раввины, которые, если честно, не всегда сильно старше, чем вот они же, вот эти вот молодые студенты. Но некоторые прям такие вот старцы-старцы, и студенты еврейские с этими раввинами спорят, при этом по-хорошему, но прям спорят, и не принимают их мнение, как вот Бог с небес сказал, а спаривают все, ставят вопросительные знаки, и ему это все начинает очень нравиться. И Раувен Гринберг говорит, слушайте, я хочу к вам, это круто, я хочу вот прийти к тому вот месту, где был мой дедушка. Приходит к Ию и становится полностью еврейским евреем, частью племени. Совсем как Надав Йаир из джунглей Гавайских островов. Совсем как Иванка Трамп. И есть такая вот еще немножко странная вещь. Во время всех этих своих протестов и демонстраций и так далее, где-то в Сан-Франциско стоит вся эта толпа хиппи и молодых студентов против такого ряда полицейских. Американские полицейские, конец 60-х, с дубинками такие вот, пришли готовые. Овен Гринберг что-то там кричит. И полицейский, который стоит перед ним в этой очень напряженной ситуации, говорит ему, слушай, у тебя есть проблемы с тем, что мы делаем, как мы это делаем, становись одним из нас. Давай, приходи и делай, как ты считаешь правильным. А Гринберг сказал, блин, это на самом деле умно. Умно? Я хочу изменить систему. Пойду. Идет изучать криминалистику и так далее. Идет в полицию. Двигается между разными отделениями полиции по территории Соединенных Штатов, в принципе, преуспевает, потому что мальчик прям молодец оказывается, через секунду расскажу, насколько. И в 82-м году к нему обращается мэр города, который называется Чарльстон. Чарльстон — это в Южной Каролине, это такой юг, прям хороший юг штатов, классический такой вот юг, и говорит ему, слушай, Гринберг, давай ты приедешь к нам и станешь our chief of police, главным полицейским в Чарльстон. Это сложно. Это сложно по разным причинам. Во-первых, потому что Чарльстон, как и другие большие города штатов, в то время прям глубоко в криминале. У них в 70-е поднялась какая-то тотальная волна анархии в больших городах. Может быть, вы слышали про Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Психоз полный. Чарльстон тоже. Для того, чтобы навести порядок в этой каше, сложно. Во-первых. А во-вторых, глубокий юг. Ку-клукс-клан, все вот эти вот дела, конфедерация. Оно там. А Раувен Гринберг, он и чернокожий, и еврей. И сейчас посреди Чарльстона наводить порядок, можно себе представить, что эта задача непростая. Но мальчик молодец. Он говорит, да, конечно, вот я к вам прямо сейчас иду. И становится chief of police, главным полицейским, комендантом полиции города Чарльстон в Южной Каролине. И остается им 25 лет примерно. И на самом деле наводит там мегапорядок. Мегапорядок. Еще несколько фотографий, просто чтобы дать вам ощущение человека и какой он молодец. Там. Вот вам Раувен Гринберг относительно в своем начале там в Чарльстон. Видите, он еще немножко помоложе и с лошадкой. Вот вам Раувен Гринберг примерно на том же этапе жизни, но там на шаг позже. Какой-то немножко напряженной ситуации.
Вот вам Рувен Гринберг в очень, даже не знаю, у меня нет правильного слова для полноты абсурда этой ситуации, чернокожий еврейский комендант полиции города Чарльстон в Южной Каролине арестовывает членов Ку Клукс Клан, российское антисемитское движение, которое там у них на юге существует. Можете себе только представить, как себя чувствует вот этот дядька в халате. Вообще, что он ощущает в тот момент, когда Рувен Гринберг вот такой вот приходит брать у него там документы, и всякие такие вот силенькие ребята заламывают ему руки за спиной. Как-то, наверное, ему было так себе. И еще одна фотография, только чтобы было ясно, насколько Гринберг крут. Он верил, что полицейские должны быть на улице, доступны людям. И поэтому он послал свою полицию в Чарльстон не сидеть в машинах и кататься туда-сюда, а ходить пешочком, или кататься на лошадях, или на велосипедах, или даже на роликах, если они хотят. Главное, чтобы были доступны людям, чтобы можно было подойти и пообщаться. Он составил своих полицейских, как вообще главное правило всего, быть вежливыми. Как бы неважно, что ты там еще натворил, главное, чтобы ты был вежливый, чтобы люди не боялись с тобой общаться. И люди начали общаться с полицией. Сам он, Гринберг, выходил тоже на патрули, совсем как рядовой полицейский, ставил себя просто в расписание работы, особенно старался поставить себя на разные праздники и выходные, чтобы отпустить людей домой к семье. А иногда просто сам появлялся, просто ходил по городу, часто на роликах, иногда в форме, иногда нет. Помните, он же хиппи из Беркли в Калифорнии на самом деле. И поэтому кататься себе на роликах вообще на здоровье. Катался себе почасто. Что еще? Он верил в то, что на самом деле главная цель полиции — это сделать так, чтобы не было жертв. Не наказать преступников, словить преступников и так далее, это уже после события, а предотвратить преступление, чтобы люди не страдали изначально. Он говорил, что если есть преступление, даже если мы всех через минуту поймали, мы провалились, потому что вот кто-то пострадал, а так вообще плохо-плохо. Поэтому давайте сделаем так, чтобы община нам доверяла, чтобы они с нами общались, во-первых. Во-вторых, давайте определим, кто делает проблемы. Он был хиппи как бы в душе, либеральный такой, свободный, как комендант полиции, он на самом деле полный наоборот. Посмотрел на Чарльстон и понял, что те, кто делает проблемы в городе, это примерно те же самые 250 человек. Примерно 80% всего их криминала — это те же самые 250 людей. И он упал им на голову со всем, что у него есть, и 25 лет сидел у них на шее. То есть они на улице не могли фактически свободно пройти, без того, чтобы их каждые 5 метров арестовывали очень вежливые полицейские, брали документы, спрашивали, куда вы вообще идете, и смотрели им все. Его полицейские на улицах города вылавливали детей, которые сочкуют школу. И выбрасывали их обратно в школе. Бедные дети. Он попросил у родителей, сам не мог, у них конституция, все дела, попросил у родителей дать письменное разрешение, что если полицейские видят их детей на улице после полуночи, словить, бросить дома. И так оно работало. Что еще у него хорошее? Он назначил специальный как бы отряд полицейских, которые быстро бегают, чтобы патрулировали особенно проблематичные части города. Выдал им, в принципе, всем своим полицейским специальные как бы беговые кроссовки, чтобы было легко. И бегали его полицейские за всякими туда и сюда и обратно. И в конечном итоге оно все получилось. Чарльстон стал одним из самых безопасных городов Америки. Что-то совершенно психическое. Люди говорили, что вот сейчас мы можем ходить ночью по городу, а в то же время Нью-Йорк выглядит примерно как Готэм в Бэтмене в свои плохие времена. То есть ты выходишь на улицу, а там со всей стороны какие-то психи переодеты и пытаются съесть твои мозги. Чарльстон вообще на здоровье. Ничего такого, потому что Вен Гринберг молодец. Но мы здесь не про то, что Вен Гринберг молодец, хотя он молодец, а про еврейскую составляющую часть всей этой истории. И есть история про него, еврейская очень, которая говорит, что в один из дней он с визитом таким полуофициальным в Южную Африку. Он стал знаменитостью, про него статьи писали, репортажи снимали, его знали и в Америке, и в мире. Особенно те, кто занимается полицией, безопасностью и так далее. Его попросили выступать в Южной Африке. И там на трибуне такой, вот вместе с южноафриканским министром внутренней безопасности или что-то такое, министр попросил у него сказать то, что он думает про их полицию, и он сказал все, что он думает про их полицию. Там же апартеид, преследование чернокожих, и неравноправие, всякие угнетения ужасные, он все сказал. Но не про это.
пятница после обеда Лувен Гринберг в Южной Африке идет в синагогу. А на ступеньках синагоги стоит охранник. А охранник Зулус принадлежит к племени Зулу, которая живет в Южной Африке. Их примерно 11 миллионов зулусов сегодня. Племя Зулу создано из других подплемен, поднялось, объединило и так далее, примерно 200 лет назад. Супер воинственные такие вот молодцы. И один из них охранник на воротах синагоги, куда приходит Лувен Гринберг в пятницу вечером, чтобы поучаствовать в молитве. Это Южная Африка, это апартеид. А евреи Южной Африки, они белые. И вдруг приходит человек, который черный, вместе со своей женой, которая тоже чернокожая. Ее зовут Сара, если что. Сара Гринберг. И вот Лувен и Сара пытаются зайти в синагогу помолиться. А охранник закрывает им дорогу и говорит им, вы куда, вам нельзя. Они говорят ему, мы вот туда, мы евреи, мы к своим. А он смотрит на них и просто не понимает, как это может быть. Как может быть, что вот они тоже чернокожие, но при этом евреи, и при этом не то, что у них есть доступ вот туда, где все эти белые толпятся, а их там даже рады видеть. И видят в них своих. А, к сожалению, так работала жизнь тогда в Южной Африке, что этого несчастного человека такое просто в мозгах не укладывалось. Как такое может быть? И нужно было, чтобы кто-то зашел в синагогу, словил тамошнего раввина, который вышел на ступеньки и убедил своего же охранника, что да, конечно, евреи, вот так оно у нас, на здоровье, вообще не важен твой цвет по-настоящему и так далее, бла-бла-бла, племя присоединились, все дела, но на здоровье заходят и зашли. Охранник на ступеньках остался такой вот немножко, ой, вау, как же так может быть? Вот он, Лувен Гринберг, тоже часть племени нашего, вот такое. В списке знаменитых евреев оказывается, есть комендант полиции Чарльстона, Южная Каролина, который на роликах катался, бандитов ловил и был молодцом. Но это еще не все. Вот этого замечательного человека, который сейчас появится у вас на экране, зовут Аарон Шаул Йешув. Аарон, брат Моисея, Шаул Йешув, переводится что-то типа как остаток или последняя часть населения, поселения, что-то такое вот. Имя супер-еврейское, звучит очень такое вот танахическое, с древних времен. Аарон Шаул Йешув, сын офицера Ваффен-СС, который вырос в нацистской Германии, совершенно с другим именем. Здесь есть такая вещь. Сегодня в Израиле, по таким вот общим подсчетам, точные цифры, не знаю, есть ли она, сегодня в Израиле живет примерно 350 потомков нацистов. Я там прям нацистов-нацистов. Разных офицеров СС, гестапо и так далее, и так далее. Второе или третье поколение, которые выросли в нацистской Германии, может быть, а может быть, уже родились после войны, но смотря на свою собственную семью, своих родителей, своих дедушек и бабушек, видели в основном или стену тотального молчания, или наоборот, разные возгласы и разговоры про то, что на самом деле евреи так им надо было. И все было правдой, и наш великий фюрер Адольф Гитлер, как жалко, что у него не получилось. И люди вот этого второго и третьего поколения, кто-то из них решил, что это психоз полный. И им на самом деле будет как-то легче, комфортнее и так далее, но как минимум посмотреть на этих евреев и что происходит. Приезжают сюда. На самом деле где-то в 60-е, 70-е Израиль был завален молодыми немцами. Приезжали добровольничать в кибуцах и как-то покрутиться здесь. Во многом опять, чтобы увидеть другую сторону вот этой вот истории, и, может быть, где-то сгладить какое-то врожденное чувство вины, которое даже не их персональное чувство вины, они его по наследству получили от своих предков. А кто-то из них решил, что он не только хочет покрутиться здесь, в Израиле, поволонтировать в каком-то кибуце, а хочет прямо стать евреем. И опять, сегодня таких в Израиле примерно 350, включая немножко большие имена. Насколько большие имена? Ну, только одна из историй. У Гитлера брат, у брата внук. Внук не то, что еврей, а профессор иудаизма в одном из университетов здесь у нас. Окей? Гитлер, Адольф Гитлер, фюрер Германии, Третьего Рейха, все дела. Брат, внук, еврей. Очень еврейский еврей. Очень-очень еврейский еврей. 350 таких. Один из них — это человек, который вам только что показал, Аарон Шаул Йешув. Его отец офицер СС. Он родился сам в 40-м году, когда идет война, вокруг он еще малой совершенно.
его более осознанный возраст детства и юношества — это когда война уже закончилась. Германия проиграла, все в руинах. Его отец возвращается с фронта, побежденный офицер, который свято верит во все свои правды, ради которых он воевал. Несмотря на то, что все уже закончилось. Mein Kampf, Штримел и так далее, вся нацистская идеология, особенно со всем, что связано с иудаизмом. А мальчик, который потом стал Амон Шалишув, ему это совсем не идет. Он идет в школу, а в школе у него есть учитель истории. Его учитель истории, на самом деле, немножко редкая птица в Германии. Почему? Потому что во время Второй мировой войны он был в подполье, антинацистском подполье, всю войну. То есть активно делал всякие штуки против нацистской Германии, гражданином, который являлся. Были такие, не очень много. Многие не пережили через войну, его учитель истории, да. И когда он идет в школу, его учитель истории рассказывает все, как было. При этом изнутри и при этом с осуждением. Не пытается сгладить, не пытается спрятать, не пытается вообще ничего, на тебя вся правда в лицо. И сейчас сам решаем, маленький мальчик, как ты с этим будешь жить. И возвращается мальчик домой, где сидит его отец, опять побежденный офицер СС. И все еще несет все свои дела про вечный рейх и так далее. Сложно. Подрос еще немножко, начинает интересоваться религией. Вообще, любой. Поскольку живет в Германии, та религия, которая для него доступна, это христианство. Уходит глубоко в христианство. А потом понимает, что истоки христианства это у нас здесь. И начал читать разнообразные еврейские тексты. И вдруг у него кликнуло. То, что делал его отец во время войны, то, что делала нацистская Германия, когда он был совсем малышом, то, о чем ему рассказывал учитель истории, еврейские тексты, в которых он копается, евреи, которые живут в Израиле, евреи, с которыми он познакомился в своих там учебах и так далее, она все объединилась его в одно целое. И мальчик сказал себе, блин, я хочу смотреть на них ближе. Едет в Америку учиться в Ешиве. Представьте себе его отца, бывшего офицера СС, который сидит себе в своем городе, где-то под Гамбургом, если не ошибаюсь, когда приходит к нему сыночек и говорит ему, папа, я в Ешиву пошел. Наверное, тяжелые эмоции, тяжелая беседа. А он едет в Америку в Ешиву, сидит и учится, еще не как еврей, еще не в процессе Киева. Зацепила и космология еврейской цивилизации, и все, что его окружает, и люди, и так далее. Решил, что он делает ГИУ. Делает ГИУ, становится частью племени, стал евреем, взял себе новое имя, Аарон Шаль-Ешув. Совсем как будто всегда был, совсем как будто еще со времен Синайской пустыни и Синайской горы с нами шел. Когда в первые годы представлялся, когда его там спрашивали, привет, и то, он говорит, привет, меня зовут Аарон Шаль-Ешув, и я еврей, которому 2 года. И где-то там дальше на ходу у него почти была встреча со своим отцом. В принципе, не виделись, не разговаривали, но его персональная сестра убедила отца, что, может быть, все-таки он давай поговори с ним. А мальчику сложно, и поэтому он взял друга с собой на встречу, чтобы как-то был в орбите. А друг очень еврейский еврей. И они ждут его отца где-то на вокзале в Германии. Поезд останавливается, он видит своего отца за окном, а отец замечает друга и решает, что 2 еврея для него это уже слишком. И просто не выходит из поезда, и поезд уезжает себе дальше. Аарон Шаль-Ешув, он был заведующим кафедры еврейской философии в университете Бар-Илан. Это такой традиционный университет у нас в Израиле. Он раввин, Алав Аарон Шаль-Ешув. И 6 лет был раввином Технион. Технион — это израильский высший такой вот технический вуз. Родился в 40-м году в нацистской Германии. Сын офицера Waffen-SS. Звали его совсем-совсем по-другому. А сейчас он часть того же племени, как Надав Яир, тот из джунглей на Гавайях, Иванка Трамп и Ровен Гринберг где-то там в Чарльстон. Если бы они все так вот получилось бы сели за один стол, у них бы была куча сумасшедших историй рассказать друг другу, но они бы все были в одной вселенной, рассказывая эти истории. Несмотря на то, что они выглядят совсем по-другому и пришли совершенно из разных мест. Пришли в то же самое. И последняя история, которую я вам сейчас расскажу, это история, которую тоже многие из вас, наверное, где-то уже слышали. Она одна из моих вообще любимых всегда, везде, потому что она полностью сумасшедшая. И здесь тоже слышалось с первых уст. Если вы уже слышали Шатохина, то извините. Вот, живи с этим. В любом случае, представьте себе пирамиду, но не египетскую, а такая вот, как у инка или у ацека, где-то там в джунглях Южной Америки. Перу, 60 какой-то год, пирамида в джунглях, остаток одной из их древних
южноамериканских империй, если я не ошибаюсь, именно там это инка, но там я уже путаюсь, и живет индейское племя, там где-то в тени этой пирамиды. Совершенно индейское племя. Потомки вот этой древней империи, которая там сидела. Они в своей голове наполовину католики, потому что, понятно, их испанцы захватили уже 500 лет назад, а где-то там все еще немножко язычники, оно все перемешалось. И в один из дней вождь этого племени, он же их католический священник, листает Новый Завет, и листает, и листает, и листает, и листает, а потом решил полистать назад, а потом дошел до первой страницы Нового Завета, а потом листнул еще назад. Потому что в христианстве называется Ветхий Завет, а у нас Танах. А там оказалось полно всего. И кроме того, что там оказалось полно всего, там оказалось полно законов, которые они не соблюдали, а законы никто не отменял. Более того, Иисус в Новом Завете говорит: «Я не пришел, чтобы отменять одну букву из Торы». То есть, соблюдайте вообще все. Читает вот этот вот вождь племени еврейские законы, не понимает, что это еврейские законы, видит, что это Божьи законы, которые спустились с небес. Нужно соблюдать непорядок. Выходит, собирает свое племя, говорит: «Люди, заново». И они начинают жить у себя в джунглях, в тени своей пирамиды, по еврейским законам, так, как они их понимают из чтения Торы в переводе на испанский, через еще несколько переводов посередине. И не понимая опять, что это именно еврейский закон. Живут. А потом они идут к племени рядом и говорят ему: «Привет, мы тут поняли, что все наше христианство, но на самом деле в заблуждении, у нас есть новый вариант, вот увидите, живите вот так, как мы придумали». А племя рядом говорит им: «Вы все сошли с ума? Нет, идите обратно, мы вас вообще не любим и сейчас особенно». Грустно, печально. Сидит вождь и его приближенный и решает, что нужно сделать что-то, чтобы их соседи поняли их правоту. А они знают, им в церкви рассказывали когда-то, что в мире есть люди, которые называются евреи. И они очень такие вот, не принимают христианство очень долго. И все время пытаются убедить принять христианство, а евреи все время упираются и не согласны. Говорит вот это вот вождь племени в джунглях в Перу: «Конечно, не согласны, мне тот вариант давали. Вот сейчас я понял настоящую правду, найдем вот этих непонятных евреев, покажем и расскажем им все как есть. Они же, конечно, поймут, что мы правы, пойдут за нами, и тогда все племена вокруг будут нас любить». Галочка «успех». Он берет троих своих приближенных, и вместе они едут в Лима, в столицу Перу. Скобки. Вся эта история звучит, как будто я немножко придумываю ее на ходу, но это не совсем так. Опять, то есть это совсем не так. Я слышал от людей, которые там находились в этой ситуации, и поэтому все правда в камне написано. Скобки закрываются. Они приземляются в Лима, столице Перу. Не уверен, что они когда-то там были и видели город большой такой. Идут на рынок, потому что там всех знают, и говорят: «Где у вас евреи?» А на рынке им говорят: «Ну, где евреи? Плюс-минус, везде хоть, не знаю, евреи». Но, говорят им на рынке, каждую пятницу вечером, примерно вокруг заката, евреи собираются у себя в синагоге. Где они собираются? Синагога. Видите, вот там дом на холме большой такой, вот там они собираются. Пятница, закат, будьте там, убить евреев. Проходит день-два, пятница, закат, шаббат наступает, четыре индейца идут к синагоге в Лима, в Перу. У них есть на самом деле план. Они хотят зайти в синагогу вместе со всеми евреями. Сделать вид, что они, ну, свои такие вот, влиться в ситуацию. А потом посреди непонятного чего, того, что будет происходить в синагоге, скачить, сказать: «Ага!» Вынуть свою правду. И понятно, что все евреи вокруг сразу же скажут: «Блин, вы совершенно правы, мы заблуждались, вы принесли нам свет, мы идем за вами, ведите нас, учителя». Так они думают. И вот они стоят у ворот синагоги в Лима, в Перу, ожидая, что вот сейчас они вольются в толпу, как свои, как будто всегда там жили и были, родились. Но когда заходят люди в синагогу, странно на них поглядывая, они понимают, что у них на самом деле есть баг в программе. Потому что у евреев, которые заходят в синагогу, есть круглые шапочки на голове у мужчин. А у них нет. Они не подготовились, они не знали, что нужно принести с собой круглую шапочку, не знают, где их вообще достать. Но у одного из индейцев есть решение. И где? И они достают свои носовые платки. Это, конечно, с 60-х примерно. Люди ходили с носовыми платками в кармане. Достают свои носовые платки, завязывают углы, получается такая квадратная коробочка из платка и одевают ее на голову. И сейчас заходят четыре индейца из джунглей с носовыми платками на голове в синагогу в Лима в шаббат, транслируя всем, типа: «Мы свои, привет, привет, как дела, как ты, как жена, йоу-йоу, я по тебе соскучился», и садятся посреди всей ситуации.
ожидая момента, когда они скачут, скажут: если вы когда-то были в синагоге, то или не были, в любом случае, шабатная служба делится условно на три части, очень условно. В разных синагогах на самом деле чуть по-разному, но условно три части, которые условно выглядят следующим образом. Первая часть относительно много музыки, напевов, более мелодичные, сидят, поют. Иногда это просто мелодия, иногда это мелодия с текстом, но она немножко такая более музыкальная. Потом она такая вот пауза. Вторая часть — это то, что приходит кто-то умный и говорит умную вещь. Иногда это раввин, иногда это просто кто-то из общины. А третья часть — там больше текста и немножко меньше напевов. И вот начинается вся эта ситуация. Индейцы ждут своего момента. Только все как-то запели вокруг. И оно типа красиво и интересно. И как-то не совсем подходит сейчас посреди песни вскочить и сделать им «Ага!» Ждут, ждут, ждут. Поют все на иврите, это странно, ничего не понимают. Ну, красиво поют. Всякое такое. Окей. А потом как-то все оно затихло, и они уже такие вот сейчас. Но встает кто-то из общины, может, раввин, может, кто-то другой, и начинает говорить умные. Раньше пели на иврите, а сейчас, ну, речь, она на испанском, это язык, на котором они живут, на испанском. А испанский они понимают. И вот они прислушались, а человек говорит умные, и они такие сидят, и у них получается наоборот. Не они вскочили, сделали ха-ха, евреи сделали блин, а умный, там вот, который говорит, сказал ха, и индейцы сделали блин, это же умно, вау. А я так, вау, а оно связывает, вау. А если, ух ты. И они немножко такие вот ошарашенные, выходят из синагоги в Лима, возвращаются в свою деревню, вождь собирает всех опять и говорит им: люди, заново. И они начинают жить уже осознанно еврейской жизнью у себя в джунглях в Перу, периодически обращаясь письмами в еврейскую общину в Лиме, мол, помогите, расскажите, пришлите нам книжки, объясните нам, почему здесь так, а почему здесь не так. Евреи в Лима сначала немножко странно с этим, то есть чего это вы там, индейцы, зашевелились, а потом, ну, людям любопытно, почему бы не рассказать, ну ладно, хороший вопрос на самом деле, смотрите, ну вот так вот, потому что здесь вот это, вот тут оно связано, и тут видите, бла-бла-бла, те учатся все больше и больше. На определенном этапе пишут письмо в Израиль. Привет, мы индейцы здесь в Перу, и мы очень хотим всем племенем пройти Гиюр и стать евреями, присоединиться к вашему племени. В Израиле говорят: окей, это интересно. К ним выезжают раввины, которые сидят с ними, видят, что они на самом деле уже как бы научились быть здоровы, молодцы, доучивают, подучивают и так далее. А потом те, кто уже готовы на левеле такого как бы осознанности и так далее, проходят Гиюр. Для мужчин и женщин это значит микве, то есть окунание в бассейн, наполненный природной водой, чтобы духовно очиститься. Для мужчин это значит и обрезание тоже. Пауза, скобка. Есть организация в Иерусалиме, которая называется Шаве Исраэль, возвращающиеся Израиль. Это совершенно частная организация, которая занимается связью между еврейским народом и дальними и почти потерянными группами еврейской цивилизации. Они среди остальных организаций занимались вот этими ребятами там тоже. Племя индейцев, которые как община стали называться Бней Муше, дети Моисея. И организация Шаве Исраэль делает лекцию у себя в офисе в Иерусалиме, на который я иногда хожу, когда есть время. К сожалению, очень часто только я на них хожу. И я сижу фактически один у них в комнате, кушаю печеньки и с интересом слушаю. Это очень странно, потому что они действительно супер люди, которые делают супер вещи, мне не интересно. Ну вот, тогда сижу я плюс еще один какой-то там мальчик. И мы активно слушаем одного из раввинов, который проводил им гию. И он нам рассказывает все эти истории, показывает фотографии, как оно выглядело. Пирамида, джунгли, где-то далеко на деревьях разноцветные пятнышки. Он сказал, что, помните, они полукатолики, полуязычники, все остальные племена вокруг то же самое. И они все еще хоронят своих мертвых в своих традиционных обычаях. Не знаю весь процесс, но он заканчивается тем, что череп красят разной краской и просто тыкают на дерево рядом. И в бассейне под пирамидой, такой природный бассейн, куда ручеек затекает, вот эти вот Бней Муше проходят свою твилу, проходят свои миквы. И стоят раввины рядом, а где-то там цветные пятнышки вдалеке, и они становятся частью еврейского племени. Он рассказывает, мы с другим гостем сидим полностью в шоке, как бы и тут открывается дверь, заходят 24 индейца. Почему 24? Потому что я их считал. Я был полностью в шоке и сидел, и такой вот индеец пришел.
второй индеец пришел, третий индеец пришел. Их было 24 индейца, включая мужчин, женщин, детей, дедушек, бабушек, и несколько семей просто пришли. Почему? Потому что многие Бней Моше сделали алию в Израиле, живут сейчас здесь. И когда они услышали, что Шавей Исраэль делал про них лекцию, они решили, что будет прикольно прийти и пообщаться. И оно превратилось вдруг в вечер воспоминаний. Да, я помню, вот, Лима, Перу, синагога, блин, о чем мы думали, носовые платки, что за чушь? Всякое такое. При этом говорят на иврите. И несмотря на то, что они выглядят совсем по-другому, они одеты совсем как традиционные евреи, которые вот на улице ходят рядом. И они часть моего племени. Они моя семья. Совсем как, совершенно такой же, как я, который родился где-нибудь в Киеве, вырос точно так же. Совсем как кто-нибудь здесь из Мешиалим в Иерусалиме недалеко. Или какой-то кибуцник из Израильской долины. Или еврейская девочка где-нибудь в Манхэттене на сотом этаже. Или Иванка Трамп. Да, Иванка Трамп, она моя троюродная, не знаю что. Или Надав из джунглей на Гавайях. Или Рувен Гринберг, оба из них. Тот, который работает в МСЕ, и тот, который был командиром полиции в Чарльстоне. Такое. Они сидят и рассказывают разные воспоминания. А потом, опять, это я тоже уже вам говорил. Кто-то из них расчувствовалась и перешла на испанский. Мальчик, который сидит вместе со мной на этой лекции, говорит: извини, пожалуйста, ты не можешь на иврите? Я просто был в Испании последний раз 500 лет назад и забыл язык. Помните, у евреев нет истории, у евреев есть память? Я был в Испании 500 лет назад, я уже успел забыть язык. Самая еврейская фраза в мире, которую в 21 веке в западной цивилизации невозможно сказать, а в той реальности, где мы существуем, или любое другое время в мире, на здоровье, конечно же, можно. Я вам кое-что обещал, сейчас буду сдерживать обещание, секунду. 3000 лет назад Наоми, ее муж и два сына выходят из города Бейт-Лехем в Иуда через Мертвое море в землю, которая называется Моав. А там оба ее сыновей находят себе жен, а потом все мужчины в этой истории скончались. Наоми и ее две невестки идут обратно в Бейт-Лехем. Вот он здесь. Это то, что происходит там сверху на холмиках. Идут в Бейт-Лехем иудеи. Это иудеи. Вот так они примерно идут. Может быть, по этой нашей дороге поднимались, не знаю. Идут себе. И где-то в пути Наоми говорит: вот, слушай, Наоми говорит им обоим: девочки, нас больше ничего не связывает, давайте домой. Одна из них ушла, а вторая Рут осталась. И она сказала: твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. И стала одной из нас. Женщиной из племени Иуда, еврейского народа. Такое. Первое, что она сказала, это твой народ, мой народ. Второе, то, что она сказала, это то, что твой Бог, мой Бог. Я часть твоего племени. Твое племя, мое племя. И твоя вселенная, моя вселенная. И стала одной из нас. Мы читаем свиток Рут на праздник Шавуот, который уже скоро, через два дня примерно. Это немножко напоминает нам о вещах. О разных совершенно вещах. Это можно взять в разные совершенно направления. Я скажу два из них. Одно как не очень связано с темой нашего вот сегодняшнего всего этого разговора, но все равно скажу. А потом я пойду смотреть, что с твоей дочкой. Она с бабушкой. В любом случае, свиток Рут напоминает нам, что нужно держать ворота открытыми. И когда приходит человек и говорит: я хочу стать членом твоего племени, сказать ему: да, слушай, человек, это все сложно, оставь, зачем оно тебе, головная боль и так далее. Но если настроен и проходит, и стремится и так далее, не ставить ему искусственных барьеров и не отворачиваться к нему спиной, а наоборот, помогать, поощрять тебе добрыми и хорошими. Как пример этому, внук Рут, это человек, которого звали Ишай, и он все еще жил в этом же Бейт-Лехеме, здесь у меня на холме. А сын Ишай, это человек, которого звали Давид, но он становится царем Израиля. Рут, она на самом деле прабабушка Давида, и все его династии дальше, Соломон и так далее, и так далее. Машиах, когда придет, будет из той же семьи, из той же линии, из той же династии. Так что пра-пра-пра-пра-пра-пра бабушка Машиаха умножить на 300 раз, она на самом деле пришла из другой цивилизации, из другой вселенной. Сказала: твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. И стала частью этого племени.
Это круто. Вот. А вторая вещь, которая... Я даже не помню, почему я хотела сказать, но прям очень захотелось. Вся эта история происходит здесь у меня за окном. Когда ты читаешь наши тексты того времени, и немножко раньше, немножко позже, оно все происходит здесь у меня за окном. Здесь ходили древние праотцы, праматери народа, здесь ходили древние цари и так далее, и так далее. Царь Давид писал свои псалмы в ущелье, где мы сейчас с нашим собаком гуляем иногда. И останавливаюсь, делаю кофе, сажусь где-то на краю ущелья, открываю Танах и читаю слова, которые описывают вот этот же поворот ущелья фактически. Это взрывает тебе мозг. Помните Инфильда? Его пятая ножка, Израиль как земля. Особенное ощущение к этой местности, которая не просто кусок планеты. То же самое, что ощущает Маовы к своей земле, где-то там Ауа-Те-Ауа, то, что мы называем Новая Зеландия. То же самое, что ощущает Чироки к своей земле, или Навахо к своей, и так далее, и так далее, и так далее. Это вот оно здесь. И где-то быть частью племени, это вот это ощущение тоже. Ты идешь по этому пейзажу, он ничего не просто как пейзаж. Вот. Так что с праздником вас. Еще в наше год принято кушать молочные всякие вкусные вещи. Так что если вы вегетарианец, это вообще про вас. Вообще хорошо. Вот. И вопросы, замечания, комментарии или что-то, давайте и сразу все пообщаюсь. Особенно потому, что Овен Гриммер без массы не здесь, и я могу позволить себе со временем делать все, что я хочу. Как минимум пока что. Спасибо. Ну, можно помолчать. Я кофе попью. Неловко. То, я... с радостью. Ал, привет, как твои дела? Ал, мы тебя знаем. Привет, мы тебя тоже знаем. Я даже знаю, что ты постригся. Тогда на этой ноте я пойду смотреть, что с Хаксамех, да, с праздником. Пойду смотреть, что с детем. Люблю, целую, обнимаю. Я не знаю, когда и если мы увидимся в этом формате опять. Посмотрим, жизнь большая и так далее, и так далее, и так далее. С праздником нас всех. И у нас на самом деле потрясающее племя. Нам так интересно. Серьезно, нам супер интересно. Супер интересно. Ара, ты появилась как раз, когда мой палец уже на кнопке закончил встречу, такое вот уже нависает над ней. Вот. И Ара исчезла из кадра. Палец приближается. Да, Жень, в следующем году в Иерусалиме. Вообще. И на этой ноте, в следующем году в Иерусалиме. Все, пока.